Здорово. Ну что, с тобой я, Лепа. Хочу поиграть в Streamer Daily, чё бы и нет. Игрушка старая, но прикольная. Давайте, в принципе, начнем. Новая. Так, choose your characteristic. Давай, какой богатый, rich, respectful, респектирующий специалист, дружелюбный, cheerful. Это как... я не знаю даже, cheerful. Доброжелательный, не знаю, харизматичный, давай. Харизматичный и селфиш, что у нас здесь есть? Селфиш, абьюзивный, клоун, сильный, понимающий, я не знаю. Крейслес, инкомпетентный. А, из селфиш, я не знаю, чувствую ее характеристик. Что это такое? Это наша аватарка на ютубе, да? Вот там, пиратский крюк, короче, был. Я думаю, подойдет. Имя персонажа. Ну, давай, я не знаю. Давай, в принципе, как и меня зовут. Зазепо. Зазепо Геймс, пускай так будет. И внешний вид. Внешний вид. Ну, не то, чтобы прям на меня похож, в очках такой. Тут, в принципе, из мужчин, ну... Да давай, ладно, пускай это будет. Выберите свои любимые жанры. Так. Спорт, стори, хоррор, батл, рояль, стратегии, ретро, хак and слэш, соус лайк, файтинги, рейс, RPG, пазл. Ну, пускай, ладно, давай по порядочку. FPS. Ретро, ну, неплохо, наверное, может. А, давай хорорюшни и... РПГшки. А почему бы и не РПГшки? Ну... Не, давай батл рояли, короче. Батл рояль. Так, ну все, в принципе, подготовлено, да? Начать игру. Очко навыка, нажав на этот этап, вы можете использовать в разделе навыки. Окей. А вот это вот слева снизу, это и есть, типа, 3 мушечка навыка. Давай посмотрим. Ну да, 3 очка навыка доступно. Доход и опыт, всего денег $200, ежедневные расходы 3. На что? Ну, на этом за электричество всякое такое. Окей, инвентарь, ничего, навыки. Так, что бы нам могло пригодиться? Подписчиков на 1%, увеличивает количество фолловеров на 2%. Метаболизм, сытность энергии, счастье тратится на 5% медленнее, рекламодатель. Алчность, доходы с работы, донатов увеличиваются на 5%. Давай немного покрепче желудок. Фолловеров немножко добавим себе. Ну и харизма, может, счет в играх повышается на 5%. Давай харизма. Так, имущество. Дом. Нет машины. Биткоинов 0. Верхняя одежда, нижняя одежда. Короче, мы такие, типа, пацаны там в обычной майке и в каких-то боксерах. Это какие-то тапки такие. Мобилы, это как Nokia, это. Которая неубиваемая, 3310, по-моему. Часы как куда-то пула, только вот, по-моему, розовые были, но это такой другой аналог. Солнцезащитные очки. Короче, по моде мы тут одеты. Так. Плакат, дверь. Сытость. Ну, что могу сказать? На голодный желудок, наверное, лучше не стримить ничего, да? Надо покушать. Восполнить сытость. Поесть дома плюс 75%. Ну, у нас 50. Так мы просто время потратим. Давай, короче, что? Включить ПК, left click. Этот монитор не подключен. А, ну, давай тогда подключать. Что у нас тут? Toshiba, это жесткий диск.
М3. Что это такое, блин? Так, а присесть здесь нельзя? Окей, понял. Так, ну это, короче, это оперативка, кулер, видеокарта, мать. Ну, понятно, короче, это процессор. Раз. Ну, давай, так, положить инвентарь, сбор КПК, left click. Да, сбор КПК, мать. Видеокарта обязательно. Процессор ставим. Так. Кулер. Обязательно кулер. Озушка. У нас типа одна плашка, да? 1 гигабайт, 133 Гц. Окей. HD. Диск. Ну и монитор, да? А, клавиатура еще, наверное, да? Клавиатура, мышь. Микрофон. Наушники, камера, интернет. Интернет, давай, все. А, вот, в принципе, можно было нажать установить свободные слоты. Установить лучшие детали. Ага, понятно. Окей, так. Включить. Ну, погнали, сейчас что-нибудь застримим. Давай, давай, грузись. Что у нас? Тут мой компьютер, OBS, Газолин, Steam, наверное, SD браузер. Что SD браузер? Microsoft Store. Microsoft, извиняюсь. Hey go, Dream Jobs. Я понимаю, так еще надо работу найти себе, но так. Рыбак. С 6 до 8, нет, это дофига. С 10 копирайтер, 8 до 20 кассир, много, 7 до 15, такое. Давай копирайтер, в принципе, работка такая не пыльная, мы будем стараться больше развиваться как стример, то есть и работа нужна, соответственно, имущество. Ох ты ж. Так, а Саманта. Тебе да ладно, Самара, да? Что игра интересна от кого, блин? От российских разработчиков или от кого? Так. Mailbox, давай посмотрим. О стримах, отец. Мы поговорили с твоей мамой сегодня, она упомянула, что ты собираешься стримить. Ты знаешь, что твоему новорожденному брату нужно высыпаться. Там должна быть тишина, поэтому мы перенесли этот компьютер гараж. Это временно. Окей. Так, уважаемый Валентин, мы рассмотрели вашу заявку на вашу платформу и готовы сообщить, что нет никаких преград. Вы можете начать стримить, когда захотите. Желаем успехов. Понятно. Привет, кузин. Тетя упомянула, что ты собираешься заняться стримами. Я предлагаю поспорить. Я верю, что у тебя это получится. Заработай 100 фолловеров. После 100 фолловеров отправлю тебе $100. Идет удачи со стримами. Твой любимый кузин Ричард. Респект. Так. Понял? Так. О твоих стримах. Если ты помнишь, я сказал, что ты можешь спрашивать меня обо всем, что касается стрима. Теперь я научу тебя самому важному. Чем лучше у тебя компьютер, тем выше качество стрима. Ты отправил мне характеристики компьютера и увидел, что у тебя все плохо. Первое, что тебе нужно, второй монитор, как будет комфортнее вести стримы. И имея второй экран, ты можешь играть в игру и видеть информацию о стриме одновременно. Первое, что тебе нужно сделать, накопить денег и купить монитор удачи. У меня вот тоже, ну, у меня как и второй экран, у меня вот ноутбук стоит, и на нем, короче, вебку прицепил. Так. Ну чё, чё нам настанавливать? Давай ABS. ABS. Еба. Качество. Качество, конечно, такое себе. Hello World. Аймы Зязепу. Best стример. Окей, общение. А, у нас. Слушай, не, подожди, выйти из АБС. Наверное, какие-то игры надо установить. Мы же там все приоритетные выбирали. Да, давай тебя установить. Установить. Так, смотрим, что у нас там еще не установлено. У нас там три ухи было выбрано. Давай.
Так. Battle Royale. Все, вроде, да? Так, Battle Royale, я так быстренько прокликаю. Угу. Вот здесь, кстати, музяка подевалась. Интересно. Так, общение с чатом. Вот, Battle Royale. Популярно сегодня. Выберите игру. Гуфг. Окей. Улучшение. Что-то, переходы между сценами. А, ни хрена себе, это типа на все это надо деньги тратить, да? Хромакей, уведомления, звуковые оповещения. Эмоджи. Но почему-то популярность плюс 0%. Ладно, деньги мы заработаем. Мы, в принципе, ходим на работу. Давай на что-нибудь звуковое оповещение. Да, переходы между сценами. Популярность плюс 2%. Ну, это сотка. Вот, у нас всего 200, блин, так что давай пока особо альтап. Которая вы пуляете, всегда находится в движении с помощью ВСД, мы прочим колятиями собирать окружающие пули. Ладно. А, понятно. Ну, пульки, короче, собираем, да? Подожди. Ну мы ж... Блин. А что альтап? Что произошло? А, нифига себе, подожди. А где игра? А, потому что у меня нету второго монитора. Я не могу следить одновременно и за трансляцией, и за игрой. То есть мне надо иногда вот так вот, да? Альтапаться и следить за стримом. Нифига себе. Ну давай немножко. Вот так. Первый стрим. Ну, следующая наша покупка, это тогда получается в любом случае будет монитор. Музыка качает, да? И так я красную поймал. Красную вроде как не надо. Так, а вот еще одна пулька. Не заметил ее сразу. Итак, отвечаем. Так, мы слились из-за того, что ответили. Но это надо. Давай, еще один пулевич. Давай. Оба. Что у нас там чат? А где моды? Выйдешь за меня? Конечно, Гатамери. Где модератор? Его нету. Его нету, модератора. Тик-тик. Коротенький стримак сегодня будет, очень коротенький, такой пробный. Потому что мне нужно еще следить за чатом, а я не могу это сделать. И это, ну, это да, это проблема. Когда я там стримил, ну, сам, то есть... Когда еще не догадался, не знаю, грубо говоря, сходить там, ну, такой подключить вот так вот. Я просто ложил перед собой телефон, короче, и следил за чатом с телефона, да. Так вот все было. Так что ли ноутбук или телефон там. Берешь, ставишь, следишь. О, что-то там произошло. Где модератор? Мне задонатили. Друг, который вам должен, звонит. Ответьте на звонок и выключите микрофон. Вы получите свои 50 баксов назад, но репутация уменьшится на 10%. Продолжить стрим, не отвечая на звонок. Репутация увеличится на 10%. И да.
Я не знаю, почему репутация. Ну, блин, ну звонят человеку, ну срочно, блин, ну пипец, там не оторваться. Ну, давай, ладно, репутация. Тем более каналчик там, блин, на 1,5 человека, кто там, блин, расстроится? Ага, ну красно они съедают это, на наши наш счет, короче, очков. Ну-ка, давай-ка. Вот так. Набираем, смотри, блин, уже мастер этой игры. Киберспортсмен почти что. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Ладно, давай, альтап. Короче, ты худший игрок, который я когда-либо видел. Братан, ну... Мне очень скучно. Зрителей 3, фолловера 25, подписчиков. Ладно, так. Пока что мы закончим наш стрим. Фолловера 25, в принципе, получили. Суммарный доход 1. Хорошо, просто пока что нормально постримить не получится. Так. Чего я хотел? Что мне там, кстати... Сытость. В принципе, наверное, уже можно покушать. Так. Не так, вот так. Восполнить энергию. Так, нет. Восполнить сытость. Поесть дома. Отлично, мы покушаем. А работа у меня там во сколько, простите меня? Так. Я же устроился на работу, да? Копирайтером. Так я просто посмотрю, во сколько она у меня там. Газолин. Лэм-бам-бам. Браузер. Ага, я не могу посмотреть, во сколько у меня там работа, но она, по-моему, там с 10 или что-то такое. Ну, с 11 уже. Я что, блин, работу... Идти на покупку, свободно выключить... Включить-выключить свет. А что это даст? Ну, блин, ну, окей, давай дальше еще поиграем. Мейлбокс. Ну, давай, я не знаю, ну, дальше. Battle Royale. FPS, хоррор. Окей, опыт Battle Royale. У меня 2,1%. Hello World. Again. It's me. Best. Стример. Окей, запусти стрим. Давай. Погнали. Давай играть в игру. К сожалению, мы пока не можем следить за чатом одновременно, но да ладно. Это, как говорится, начальный этап, начальный уровень. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Фигарим. Подбираем пульки. У меня, в принципе, там сестуха обещала там сотку долларов подогнать. Что там еще? Мы сходим на работу, и, короче, после этого мы обязательно... Блин. Обязательно купим себе, короче, второй монитор, чтобы следить одновременно и за чатом, и... наслаждаться игровым процессом. Какой-нибудь простенький себе монитор подешевле купим. Чисто номинально. Насколько я знаю, там потом эти все мониторы можно продать. Им, в принципе, неплохо разжиться. Ну, разжиться. То есть не уйти в минус, то есть их там не выкидываешь, и что все. Деньги ты потратил уже окончательно, скажем так. Блин, врезался.
Ну чё, телуха растет уже, вон, до половины дошли. Собираем пульки. Чё-то я не слышу там сообщений. Ладно, давайте, короче, такой план. Сейчас набираем максимальный счет очков. После чего сворачиваемся и смотрим уже за чатом. Тум-тум-тум. Что сработает, кстати? Будет ли мне тут какое напоминание, не знаю. Но потому что мне кажется, что мне скоро уже, по-моему, надо будет на нее идти. К сожалению, как и в реальной жизни, блин. Да. Ну, слушай, мастер. Мастер змейки. Блин, одну красну подобрали. Но не беда. Мы почти подобрались к топу. Говорил бы стример. Так, ну при смерти я так. Так, друг, который вам должен, звонит. Ну блин, если человеку так надо вернуть все-таки деньги, если мне тут названивает каждые, я не знаю, сколько там прошло, 2 часа, ну пускай уже отдаст деньги. Так и шекели мне сейчас не помешают. Так и не помешают, потому что мой бюджет имеет дырку. Так, альтап, мне очень скучно, мне очень... Так, давайте, идите отсюда, если вам скучно. Никого не держу. Стать животным, кем бы ты стал? Каким животным я бы стал? Не знаю, котом. Лежишь себе целый день, отдыхаешь. Тебя любят, кормят. Или все еще пользуется Q и E. А что ты имеешь против это Q и E? Половеров 62. Ну, кстати, подожди, а мы достигли, получается, уже сотни, да? И значит, пока он включен. Понял. Выключить. Не будем изнашивать нашу машинку, скажем так. Свободное время, энергия. Идти за покупками. Я не знаю, мне хватит денег на второй монитор, $151. Я буду надеяться, что хватит. Так, вот мониторы. 45. 60 Гц, 5 миллисекунд. Ну блин, так-то вообще без денег не хочется остаться. Давай в корзину, что нам еще может пригодиться? Вебка у нас вообще всратая, блин. Шестьсот, 200, 500. Касаю, самая топовая, так понимаю, да? А микрофон у нас вот такой вот, фиговенький, типа за сотку, да? Угу. Наушники тоже у нас самые дешевые. Я так посмотреть просто мышки. Так, это уже оперативы идет. 3, 5, уровень 1. Ну слушай, ну оперативку, блин, за 400, это, конечно, жестко будет. Ну вот такую хотя бы, блин.
Так, две оперативки, это сам блок, ну, корпус, мать. Так, подожди, мне подойдет там по сборке? 533 мегагерца, 2 гигабайта, да? Тут, в принципе, без разницы, да, какая мать? Так, ну это понятно. NVIDIA. Пикатизи самое топовое. О, типа RTX 2080, да? Ладно, давай. Давай, мать. Пошел я домой. Навыки, навыки, навыки. Давай еще харизма. Угу. Так, а как выйти отсюда? Просто через дверь, да? Ну, давай займемся, короче, модернизацией компьютера. А где, короче, в инвентаре, наверное, да? А, нифига себе. Так, достать. Так, ну, наверное, слушай, подожди. Постой тут. F переместить. Ты у нас будешь... Да, ты у нас будешь в качестве дополнительного монитора. Угу. У нас будешь в качестве основного. А что, только в одну сторону можно? Ну давай, ладно. Ты у нас будешь в качестве основного монитора. Отлично. Так. Иди сюда. Иди сюда. Так. Сборка, сборка ПК. Останется лучшие детали. Уровень чего? Уровень системника или чего мне не соответствует? А, мазь не подходит, да? Блин, жалко, обидно. Окей, ладно, ну что, бывает. Все, монитор 1, монитор 2. Все, отлично. Ну хотя бы второй монитор появился, это вот уже что-то. Включить. Ну что, ну теперь, по крайней мере, можно за стримом нормально следить. А я ж могу выкладывать. Mailbox что-то пришло. Так, хорошая работа. Ты купил монитор. Надеюсь, ты не забыл включить его компьютер. Тебе нужно сменить комплектующий на более лучшее. Но чтобы сделать, нужно купить материнскую плату. Каждая материнская плата поддерживает детали уровня или на 2 уровня ниже. Ага, если ты можешь купить материнскую плату второго со временем, ты сможешь установить текущие детали до второго уровня. Более высокого уровня она будет несовместима с текущими. Ну, я так и думал, а просто смотрел там по описанию, типа, что я сразу и пошел к материнкам. Кроме того, уровень материнской платы, процессор, видеокарта, азур жесткого диска определяет мощность вашего ПК и скорость его работы. Если ты будешь покупать в интернете, рекомендую сайт Forest. Есть такой же Fake Forest, ты мог слышать о нем. Цены там очень дешевые, но длительное время доставки, а также они могут прислать пустую посылку или сломанную часть. Если вы не хотите ждать, можете просто взять и пойти в магазин. Мы продолжим после того, как ты получишь детали. Удачи с этим. Ну слушай, ну тогда получается, надо и мать заказывать. Я не хочу, наверное, Fake Forest. Материнская плата. Так, это у нас уже открыто. Уровень 2. 100. А, так, а у меня денег не хватит, у меня, в принципе, 56. Печально, подожди. Но мне надо... Какое, что за свич? Непонятно, ладно. Пас-пас, пэтсток. А, можно себе, короче, домашнее животное завести, я понял. Я понял. Фриланс. Работа переводчика. Максимальная зарплата 20. Верно. 1 доллар. Неверно.
И что это? Я могу так немного денег зарабатывать, да? Окей, я понял. Ну, блин, ты, конечно, так много не заработаешь. Ну, по крайней мере, я пиротипку себе уже купил. Закончить, окей. И что, это у нас типа сейчас время там столько прошло, да? Время 20. Давай, короче, подожди. SD браузер. ABS. Hello World. Part 3. Общение, Battle Royale. Все еще популярен сегодня. Во, все. Играть в игру. Теперь я могу следить за чатом. О, спасибо, спасибо. Is now online with... Это типа мне показывают, кто там онлайн. Онлайн, короче, с таким-то количеством зрителей. Окей, понятно. Ну, теперь мне, по крайней мере, не придется сворачиваться, я просто смогу держать счетчик на высоком уровне и следить заодно за чатом. У меня зрители трое, почему-то максимум 10. Я не понимаю, почему такие ограничения присутствуют. Или это типа как ожидаемое число. Фолловеров 95, кстати. Я сколько получу награждение? Мне немножко тут добить фолловеров. Подписчики, блин, где подписчики все это? Вот главный вопрос. Блин, я собрал все эти красные точечки. Эх, погнали за пулькой. Рисковая пулька. Мы ее собрали. Давай еще одна пулька. Пулевич. Ну что, надо добить 100? 100 фолловеров. Ну, я кошельковый пацан, да? Баба? Блин. Ну, змейка уже большая. Бабочка постоянно летает перед камерой и мешает вам убить бабочку. Ваша репутация уменьшится на 25. Попытаться убрать бабочку, ваши зрители уменьшится на 50. Только смахни ее просто, блин. Что там с этой бабочкой? Ну, летает и летает себе. А что там чат? Привет, простите меня, здесь есть девушки? Девушки, добавьте меня. Девушки, добавьте меня. А, это если типа, из тех любителей познакомиться в чате. Как, за сколько продашь мне свою мышку? А сколько денег дашь? Сколько дашь денег? Ну, давай за косарь точно продам. Если у тебя есть. Косарь доляров. Сюда на бочку давай пришли мне. Будьте моя мышка. Что там, что там, что там? А, докатоцы на офлайн. Тут там офлайн вышел. Так. Кстати, мы достигли уже фолловера 112. 113. Так, Омега Лул, спасибо. Алин. За что спасибо? Омега Лул? Омега Лул. Да, прикинь, это называется Battle Royale. Это мы играем с тобой в Battle Royale. Кто-то может скажет, что это не Battle Royale, и это обычная змейка. Ты собираешь пульти и не нарываешься на красные точечки, но это Battle Royale. Я в этом специалист. Чё там? Блин, где все подписчики?
Подписчики вы где? Или это только мне надо постримить, чтобы у меня было подписчиков? Я много. У меня, кстати, походу работа на завтрашнего дня начинается, да? Покажи мне свои ножки. Слушай, ну я вроде за мужика играю, зачем тебе мои ножки, блин? Или тебе нравятся большие волосатые мужские ножки? Ты давай это, ножки иди KFC заказывай. Там они продаются. Правда, куриные, но... Какая к черту разница? Так, давай, счет. Нужно... Вот все у нас. Best счет ever. Best score, как говорится. Ну что? Где же наши все подписчики? Хочу миллион. Так, а что произошло? Вы не можете стримить, когда ваша сытость ниже 20%. Ну, покушаем. Фолловер 56. Задание мы, по сути, выполнили. Так, мейлбокс о турнирах. Я тебе дам тебе пару советов, пока я не забыл про это. Возможно, ты слышал об игровых турнирах. Есть множество турниров, начиная от турниров в интернет-кафе до чемпионатов мира. Ты можешь следить за ними на сайте ESP. Ну, понятно. До 2 часов, поэтому прежде чем пойти на турнир, вспомни свои потребности, иначе, возможно, вам придется покинуть турнир. Окей. Ну, позволите стримить в гараже, но, похоже, это не решило проблему шума. Можешь быть немного потише во время стрима, твоему маленькому брату нужно спать. Могу. Попробую. Вижу, ты увеличил число своих фолловеров и отправил деньги, но теперь я хочу сделать серьезную ставку. Легко получить фолловеров, но вот сколько твои зрители любят твои стримы, чтобы купить подписку? Я отправлю тебе $200, если ты получишь 5 подписчиков за 7 дней. Нормально. Время пошло, когда я отправил письмо. Окей, понял. Так. Ну, мне сейчас в любом случае надо свои какие-то потребности пополнить. У меня 171 ботинский. Еба. Ну, я не знаю, ну, чтоб не шуметь. Давай что-нибудь оригинальное вот так вот постримим как-нибудь. Почему бы и нет, да? Так, давай пойдем покушаем, восполним энергию. Счастье, в принципе, у нас так, восполнить сытость. 75, нормально, похавали на кухне. Так, восполнить энергию. Спать. Ага. Ну, как раз ровненько 6 часов поспать. Ни много, ни мало. Нормально, в принципе. Так, ну и пошли на работу. Отлично. И еще раз восполнить энергию. Восемь часов. Ладно, давай хорошенько так выспимся. И теперь похавать. Восполни сытость. Все. У нас все на полную. День третий, нифига себе. Ладно, давай, короче, это непосредственно переместим как-то нормально, там... Сюда подальше от двери, чтобы там никому не мешать. Вот так вот. Прям уют, комфорт, все дела. Аккуратненько. Ну, вот так вот поставлю. Часы.
Так. Все для уюта, все для комфорта. Ой, блин. Ну, чтобы на заднем фоне тоже была какая-то... Блин. Хочется ровно повесить. Ну, как его тут ровно повесишь? Оно слишком какая-то чувствительность большая. Так, давай. О, нормально. Как вам? Ну, круто же, круто. Так, давай. Включись ПК. Ну, в принципе, так включен. Что там у нас? Проблема шума, отец. Тебе нужно переехать. Мы любим тебя и по мини-правильно у нас... Но для нас будет плохо продолжать в том же духе. Поэтому тебе нужно переехать в новый дом в течение 30 дней. Я дам тебе $500, чтобы помочь. Если ты не приедешь, я конфискую твой компьютер. ПС, ты будешь выбирать дома онлайн. Помечу не... Не, ну хорошо, ладно, я понял. Блин. Все. Я услышал тебя, батя. А, так. Хоррор. О, давай. И... First, horror. With the... Popular... Populara... Popular... Это будет популяр. У... Убдер. Так, окей. Ага. Качество трансляции. А, нифига себе, я чуть было свою вебку не включил. Ха, нормально. Так, запустить стрим. Хоррор. О, нифига себе, так левая. Тык-тык-тык-тык. Ага. Средняя, так, запомнили. Внимательно, внимательно. Вот это. Так, среднее, смотрим. Вот это. Ага, отлично. Давай. Вот это? Ну слушай, я прям в хоррор-мастер. Так. Ёпта, я потерялся. Мне кажется, вот это, да? Что у тебя за наушники? Самые большие, самые дешевые обычные наушники у меня. Смотри, как надо в хорроре работать, отрабатывать. Так, 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 так. Вот это. Ну давай, надо максимальное количество очков заработать, если у меня получится. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, смотрим, 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 смотрим внимательно, внимательно. Так, понял. Вот это вроде, да, вот это. Все, не ошибся. Так, ответили. Ответили ему на его сообщеньку. Ну, слушай. Давай. Так, зрителей 5, подписчиков 0, фолловеров. Ну, что-то мне фолловеры как-то не особо прям быстро растут. Так, левая. Так, ну, средняя, по идее, да? Да, я прав. Так, левая. Смотрим, 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 смотрим. Вот это вроде, да? Ну, слушай, ну, кто здесь best horror player ever? Так, давай еще раз. Ой, блин, я потерял, кажется, дверь. Нашел. Ну, на самом деле, не то, чтобы прям очень сложно ее тут отслеживать. Ну, просто внимательно надо быть. Так, правая. Что там? А, тут достижения дали. First subscriber. Ей, привет, братан. Slumbitech. Блять, я пока читал твой ник, я... Ну,
Спасибо, братан. Я думаю, оно того стоило. Так. Все. Начались поражения. Так, внимательно сосредоточился. Среднее. Отлично. Так, теперь правая. Среднее. Угу. Там что-то написали в чат. Подожди, братан, подожди. Так, я мог отправить ссылку в чат. Хочу, чтобы ты посмотрел видео. Братан, ну, блин, как бы это не совсем good, я тебе так скажу. Тем более, там может монетизация слететь, там все дела, короче. Не надо. Не надо такое на моем канале. Так что давай без ссылок. Блять, по-моему, вот это. Да, вот это. Так, так, так. Вот это, опять же, левое. Давай. Ага. Давай, нужно еще раз добить до максимального количества. Так, так, так. Ой-ой-ой, среднее, по-моему. Так, ну у нас максимально уже... Ёпта. Среднее, по-моему, да? Среднее. Почему-то у нас подписчиков максимально один. Тоже, блин, среднее. Все, короче, ребят, спасибо всем, кто пришел на стрим, как говорится. Как-то я не следил. Ладно, пофиг. Короче, всем спасибо. Всем все свободны. Так. Фолловеров 47, подписчик 1. Нормально. Хорошо. Фух. Да, посмотрим, что у нас там в браузере есть. Мне 770... А, это мне батька, блин, короче, это дал денежку, да? Блин, ну я хотел бы, слушай, извини, конечно, батя, но... Мне нужно мать купить, сотка. Я, в принципе, на работу хожу, я заработаю деньги там, я думаю... Так, отлично. В течение 3 дней. Все, так, давай посмотрим, что у нас там жильем, да? Эколтос. Это одежда, вестерн. Комната 2000 бачинских, да? Слушай, можно, конечно же, сейчас налечь на работу. Типа не взять там самую такую простенькую, а пойти, я не знаю. Рабочих 12 до 16. Рабочий с 7 до 15. Официант. Ну давай с 7 до 15 поменяем работу, короче. Сколько там времени сейчас, кстати, интересно. Мне, в принципе, немного... Блин. У меня не совсем удачное расположение тут. Давай, короче, подожди. Я немножко это дело поверну. Как-нибудь вот так вот. Блин, ну оно там хорошо так стояло. Блин, а как быть я тогда тут? Ладно, короче, пускай стоит, как стоит. Я просто чуть-чуть подальше поставлю. Вот так, чтобы мне просто было потом удобно выходить из-за компьютера. Счастье, сытость. Да у меня, в принципе, есть энергия. Чуть-чуть жрануть, чуть-чуть хапануть. Счастье. Ну, давай. Нет, давай энергию поспим немного. Пятнадцать. Ладно, давай 2 часа хапанем просто. Пицца доспали. Докушали.
И погнали на работу, да? Там, по-моему, в 7 утра смена. Блин, 15 минут. А почему я не иду на работу, блин? У меня же смена там в 7 утра начинается. Я, конечно, понимаю, что, может, я уже опаздываю, но... Ну да ладно. Ладно, чтобы мне самому тут на работу, блин, не опаздывать, то мне... Ну, покушать тоже и идти самому на работу. Вам спасибо, что посмотрели. Ставим лайки, подписываемся. Ждем продолжения. Всем пока.